Всем привет! Сегодня у нас будут рыбные котлетки. Они будут у нас из карася. В общем, разобрала я уже карася, отварила. В общем, получился у нас фарш такой. Также замочила я хлебушек в холодной воде. И понадобится нам луковица, яйцо, соль и приправки. Также я буду перемалывать все в блендере. Первый раз я буду перемалывать все. Просто буду перемалывать фарш. А второй раз буду перемалывать уже с головкой лука и с хлебушком. Вот, в общем, забросила я наш фарш. И сейчас будем его перекручивать. Такой вот у нас фарш получается. Он не жидкий пока что. В общем, так вот, продолжаем также перетирать. У нас получилось фарша. Сейчас я разобью одно яйцо. Так, одно яйцо. И буду нарезать нашу луковицу. Вот такими кусочками небольшими, чтобы блендер у нас справился со своей работой. Так, то одну луковицу сейчас накрошим. Так, все перемешиваем. Так, и сюда также добавляем хлебушек. Я его отжимаю от воды. Добавляем сюда. И будем перетирать уже все в блендере. И когда перетрем, оставим фарш, чтобы он у нас отдохнул маленько, ну, минут 20, и потом уже будем жарить. И если у нас фарш будет жидковатый, я добавлю манки. В общем, продолжаем готовить. Ребят, вот такой вот фарш у меня получился, но он маленько жидковатый. И, в общем, у кого есть мясорубка, лучше пользоваться, конечно, мясорубкой и лук перекрутить отдельно, а не вместе с фаршем. Повторяйте моих ошибок. И я добавлю сюда манки. Ну, не сильно много добавлю. Чуть-чуть. Также я поставила уже сковородку. Сейчас налью растительного масла. Так, и я еще не солила. В общем, не перчила. Добавляем соль по вкусу. Так, хватит. Так, черный молотый перчик. Так, базилик чуть-чуть. И красный перчик. Тоже чуть-чуть добавлю. Так, все, все теперь это дело перемешиваем. Еще добавим манки. Так, ну я думаю, что все, хватит. Так, формируем, в общем, наши котлетки. Сейчас я руки намочу. Так, и формируем котлеточки. Так, и, наверное, я их еще запанирую в муке. То есть, вот подготовила я муку. Так, в общем, формируем котлеточку. Такую вот. Обваливаю я ее в муке. Выкладываем на сковородку. Так. И со всем фаршем продолжаем также. И в конце покажу, что у меня получилось. Вот такие вот котлетки у меня получились. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки и до новых видео. Пока!